себе. Понял? Серега, ты монстр просто! А, ну ты можешь пока постоишь? Да я думал, ты сходу пойдешь. Ну тебе тогда заднюю надо давать. Сашка, вы по этим кустам поломанулись. Да я же говорил, вон я вычистил, посмотри, тут сухо, вообще сухо, вон, посмотри. Ну единственное, вон там толстые уже ветки, их надо просто порубить. Разматывать. Ну подмотай ее чуть-чуть. Вы этому Трофи Лайф расскажете про наши трофи? Выходные в стиле трофи, видишь? Так, что, в какую сторону-то ехать? Я предлагаю допилить вот это, чтобы минимум затрат вы там пройдете. А сколько там 50 тысяч? Ну, метра 4 осталось. А где дела? Вон багажник. А ты куда хочешь ходить? Налево или как? Направо, вот сюда. А да, вот здесь я до УАЗика лебедкой, в принципе, дотащусь, наверное. Вот до, здесь? До УАЗика мы здесь и так, ты так и проедешь. А остальные? У тебя лебедка не работает? Работает, почему не работает? А, ну давай, что? Иди тащись. А что остальные? Если он прошел, то остальные что, не пройдут? Да я за Ниву переживаю. Она, знаешь, какая машина Нива? Когда ее на буксир тянешь, у нее вырывает крепление вместе с элементами кузова. Ты уж ты отсюда не зашел, вот. Стал бы там. Что, за УАЗик цепляемся? Мне кажется, можно он заберется, но зато, наверное, да. За УАЗик можно, с твоим весом. Может... Пошла, как на санках. Расскажи что-нибудь, знаешь, о чем? Об автосервисе, где можно сделать что-нибудь полезное для внедорожника. Город Щелково, Свирская 3. Все запчасти в наличии. Любой тюнинг, который вы желаете. А как с вами связаться? А УАЗик там стоит или он... Через клуб Леший. Ну, есть у вас прямой номер телефона. Зачем клуб Леший? 8-968-713-33-31. А клуб Леший, значит, номер... Чего? Никому не скажу, да? Клуб Леший? 8-910-403-53-29. А прямой? А прямой твой? Черт! Занят в салон, я попал. Все? Ну что, хватит. Дальше результат. Дальше результат. Меньше слов и больше действий. Где пила, чем мне? Подожди, подожди. Что-то тут больно делать. Оставь ее, оставь. Это нормально, да, оставь, он не мешает.
Пацаны! У тебя автомат? Блокировок нету. Смотрите сейчас, что произойдет с машиной. Да нам блокировки-то и не нужны. Нас тут только... Правей бери, правей бери. Лазик залебедили. Чтоб ты вон туда не упал. Скоро у нас еще будет выездное в Тесе. Совместно с клубом Леша. Только не сегодня, я тебя прошу. Сегодня не надо. У нас просто отдых. Замечательные выходные. А что, хорошая тема, лесной автосервис. В любую точку. Сервис будет мастер на Я буду машины ломать, а вычинить, да? Как скажешь. Какая сила у этих двух парней, обратите внимание, они прям по болоту тащат. Слышишь, эвакуация из болот. Раньше были бурлаки на Волге, это бурлаки в Щелково. Вот во что надо верить. Вот где сила, брат. Скажи мне, брат, в чем сила? В сборах 4 на 4 сила. Да, обращайтесь еще, организуем вам замес. Настоящий мужской. Баня, автосервис на выезде, покрасочные работы. Если доплатите, и девочек можем пригласить, в принципе. Да, но это строго конфиденциально. И на те номера, которые вам продиктовали. Обогнать его здесь, вот смотри. В принципе, и девочки могут сами звонить на этот номер, если захотят выходные хорошо провести. Ближайший день, а чё? Четвертый. Природа, солнце, воздух. Это нормально. Никаких реагентов. Укрепляют организм. Трезвые люди. Лепота. А, он сейчас отъедет. Вот сейчас будет интересный шермен, на той стороне. А я дойду? Никто не отъезжает. Мы сейчас будем сюда проезжать, он пробует. Нет, это нам зацепиться за него. Это я-то? Красота! Где фоторепортер? Посмотри, какая красота! Иди сюда! Тормози! Тормози! Вода тут нормально! Хорошая вода! Бери ее, что ли? Нет, давай! А за что? За березу? Ну давай за березу! Давай, размахивай! А вот дерево-то! О, прямо за дерево! Серега, давай! Или вы за меня? Поехали, поехали! А вот дерево! Мы начнем пока потихоньку! Вот, за деревья цепляй! Слушай, ты там кардан не ударишь? Может еще положить? Кардан не ударишь, говорю. Он если упадет сейчас, скорее всего, по кардану куда? Может попасть. Куда? Попробуй дальше. Куда? Ты его сюда направляешь? Да, он сюда и собрался. Здесь вообще круто. И здесь что-то плавает, хрень какая-то. Видел? Хищники. Ёб твою мать. Я за кардан переживаю. В одиночку, согласись, опасно в таких не стоит. Да вообще. Как бы одному не вариант даже, блин, соваться. Тебе нравится экстрим? Да. Если бы не нравилось, я бы сразу не поверил. А вот здесь как он будет дальше идти? Не
вязаться будем. Сейчас покуда дойдет, а там дальше будем вязаться, искать почему. Шоколад. Я вот за других переживаю. Ну что, перетянем эту Ниву, да? А что делать? Это мы рекорд, можно в книгу рекордов Гиннесса сразу эту Ниву заносить. Не сейчас, ну давай спилим. Не, вот это. Да. Да нет, ты что, эту нельзя? А что, она маленькая? Ну да, поменьше. Нет, в смысле... Не, не в